Доброго всем дня! Я хочу сегодня описать ароматик Орион от Тизиано Терензи. Аромат интересный. Значит, он не такой кричащий, как кирки. Ну, хотя кирки тоже не кричащий, просто он такой фруктовый. А этот с нежными кожаными нотами. И плюс какой-то женский мускус вставлен. То есть, ну для меня, конечно, это все равно мужской запах, но он такой облагороженный женским этим мускусом. Возможно, женщинам-брюнеткам оно пойдет. Но для меня это грубовато для женщины, как. Но он, в нем животные вот эти ноты приятные, как будто бобровая струя такая сладкая. И вот этот сладкий, он сладкий. Вот, и вот этот вот флерчик кожи, чуть табачка. Вот его Кристина Вовк рекламировала, ей нравится. Ну, он такой не совсем мужской, но все-таки в мужскую сторону. Но достойный, на него можно обратить внимание. Так, Терензи Орион.